Сквер мастеров около Ивановского цирка существенно поредел. Общественности, которая выступила в защиту зеленой территории, так и не удалось отстоять свою позицию. Деревья, приготовленные под снос, а это около сотни лип, беспощадно вырубили. Сейчас рабочие выкорчевывают пни, увозят стволы и ветви спиленных деревьев. Напомню, что в рамках программы «Доступная городская среда» на этом месте планируется сделать современную городскую зону с велодорожками и спортивными тренажерами, а взамен срубленных деревьев высадить новые. Но почему взамен, а не плюс? Многие жители до сих пор не понимают, так как, по мнению специалистов, липы нужно было подлечить, а не спиливать.